Несколько банок кофе и шоколад. В Мурманске задержан мужчина, подозреваемый в краже продуктов питания из супермаркета. Предполагаемый нарушитель правопорядка в магазине подошел к витрине, немного осмотрелся, убедившись, что рядом нет продавцов и других покупателей, и, взяв необходимые продукты, покинул торговую точку, не расплатившись. Ранее судимый за кражи, не работающий местный житель, в содеянном сознался и объяснил свой поступок затруднительным финансовым положением. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.